Согласно официальным данным Международного эпизоотического бюро, в Монголии 9 января текущего года была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней. Заболевание выявлено у домашних свиней в Аймаке-Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено. В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения чумы. Управление Россельхознадзора Республики Хакасия, Тувы и Кемеровской области напоминает, что к вирусу восприимчивы домашние дикие свиньи всех возрастов в любое время года. Смертность животных при этой болезни достигает 100%. В настоящее время специфические меры профилактики и лечения данного заболевания отсутствуют. Переболевшие животные являются пожизненными вирусоносителями. При выявлении очага инфекции проводится полное уничтожение свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в радиусе 5 километров от него. С целью недопущения проникновения опасного заболевания на территорию России, на приграничной с Монголией территории в пунктах пропуска Хандагайты, Цаган-Толгой и Шарасур усилен контроль за ввозом животных, продукции и сырья животного происхождения, а также кормов.